Что же касается второй волны мобилизации, военный комиссар ответил следующее. На сегодняшний день я могу сказать одно. Об этом никто не знает. И, как говорил пресс-секретарь Песков, в Кремле об этом не говорят. В Кремле это не планируют. Но и в Кремле, и в Министерстве обороны, и, естественно, в военном комиссариате, и в муниципальных образованиях все прекрасно понимают, что нужно готовиться к чему? К любому мероприятию, которое нам соответствует, опять же, вот с этими законами, а мы должны соответствовать этим законами, готовиться систематически к чему? К проведению как частичной мобилизации, так и к полной мобилизации.